Дорогие друзья, сегодня мы подаем 12-й раз уведомление на регистрацию нашей оппозиционной партии «Алга Казахстан». У нас поступило уже 11 отказов, и на все отказы мы подаем суды. Суд несет всякую ахинею. Если первый раз, когда мы подавали, сказали, что у нас из 1600, там 650 человек, мертвые, мы дальше просто пополняли списки. И потом нам сказали, у вас 50 с чем-то человек мертвые. То есть почти 600 человек вдруг ни с того ни с чего воскресли. Вот это вот цирк называется такаевский. Ну и, конечно, выборы. Выборы у нас депутаты там парламента были липовые. Живые. Поэтому с нашей партии пошли люди. Мы знали, мы даже говорили, что нас уберут. И убрали все по липовым делам. Все суды я проиграл. Суды это были цирк. Они прятали лица под масками. То вообще не включали видео. Вот Верховный суд, например, я там один был, а они втроем спрятались. Или за километр себя камеру поставить с угла, и их не видно. Силуэт, даже непонятно, там судьи мужчины или женщины. То есть это такаевский цирк. Я хочу сказать, что народ это не может постоянно терпеть, и Такаев это должен знать. Алга Казахстан, мы все равно добьемся победы. Құрметті ағайын. Осымен 12-ші рет беріп отырық біз құжаттарды тіркеуге Алға Қазақстан партиясын. Мынау билікте бет жоқ, ұят жоқ деуге болады. Өйткені сылтаулары жалған бәрі де бізде өлген адамдар бар дейді. Тағы да кім нақты сондай адамдар екенін көрсетпейді. Құжаттарды бізге көрсетпейді. Сондықтан бізде бір ғана жол, ол қайта-қайта келе беру, қайта-қайта жұртты насихаттау, ұйымдастыру. Халайық, біз партияны міндетті түрде тіркеуіміз керек, тіркейміз оны, біз саясатпен араласамыз. Өйткені біз саясаттан алыс болсақ, біз ұлт ретінде жойылып кету қауіп тұр. Қазақ деген ұлт, Қазақ деген мемлекет, Қазақстан деген мемлекет болсын десеңдер, ағайын, онда саясатпен араласыңдар. Нақты оппозициялық партия ол Алға Қазақстан. Сондықтан бізге қосылыңыздар, көбейік, қатарымыз көбейсін, сонда ғана біздің болашағымыз бар. Рахмет. Вот Алина у нас молодая, и самое главное, что молодежь тоже хочет перемен. Действительно, молодежь хочет перемен. Я как представитель молодого поколения нашей оппозиционной партии «Алга Казахстан» буду делать все возможное, чтобы как можно больше привлечь молодого поколения в наши инициативные группы, чтобы у нас была максимальная массовость не только взрослого поколения, да, которые устали жить в этой стране, чтобы молодежь умела, училась говорить, не боялась говорить. Я за лучшее будущее для нашей страны. Алга Казахстан. Алга Казахстан.